Всем огромный привет! Идем в магазин Fix Price посмотреть на интересные новинки, покажу, как украсила прихожую, поделюсь идеями декора и давайте начинать! Первое, что вижу, это очень странная такая подставка или поднос из гипса. Слушайте, качество, ну прямо скажем, очень плохое. Посмотрите, плюс ко всему она еще и пачкается. Ну, в общем, мне не понравилось совсем. И я бы не советовала покупать этот шарм за 149 рублей. А вот набор сухоцветов ароматический однозначно рекомендую. В прошлом году я показывала несколько идей на канале, как можно использовать вот эти красивые детальки. Можно приклеить на плетеный венок, можно наполнить разные стеклянные либо керамические емкости. Это очень красиво смотрится. Аромасаше из воска. Мне очень понравилась эта идея. Купить желание не возникло, но вот сделать что-то подобное самостоятельно вполне можно. Посмотрите, какие здесь красивые сухоцветы. Есть еще вот такая мандаринка прямо. Красиво смотрится, мне кажется, и декоративно тоже. Еще в отделе с посудой решила посмотреть, что интересненького. Тарелки здесь красивые, пока не нашла из новой коллекции, но зато вижу вот такие стеклянные баночки. Мне кажется, это прекрасный вариант для организации хранения разных сыпучих. Единственное, что крышки я бы покрасила либо в черный, либо в бронзовый цвет. Ну, кстати, еще можно в какой-нибудь золотистый. Будет красиво. И вот они, в общем-то, выглядят довольно добротно. Здесь есть еще емкости поменьше за 43,50. И мне кажется, можно красиво расфасовать разные приправы для открытой полки. Бутылка спрей для масла в 100 мл. Здесь есть несколько вариантов цветового оформления в верхней части бутылочки и 99 рублей стоит. Девочки в Телеграм хвалили, говорят, прям удобная вещь. Прямо сейчас в магазине выкладывают новинки. Вот такое зеркало появилось. Красиво оформлено, добротно, качественно. Но вот основа из МДФ меня остановила от покупки. Я все-таки думаю, что деревянный вариант был бы более эффектным. Хотя можно покрыть маслом. И, кстати, будет очень похоже на деревянную основу. Ну вот здесь, во всяком случае, точно заявлено МДФ. Кто покупал, поделитесь впечатлением. Мне понравились вот эти панно. Единственный недостаток, пожалуй, это вес. Они очень тяжелые и нужно, наверное, не один, а два самореза, чтобы они удержались. Основа похожа на какую-то МДФ-плиту, действительно увесистая, но выполнена очень добротно и качественно. Обратите внимание, есть два варианта дизайна. Мне понравились оба, правда, я не купила, потому что, мне кажется, можно самостоятельно что-то такое нарисовать. Но если вам нравятся такие мотивы, можно использовать для декорирования на кухне, в прихожей. Кстати, в тандеме тоже будут смотреться очень здорово. И еще я хочу привлечь ваше внимание вот к таким салфеткам. В магазине Fix Price часто появляются интересные варианты. 19 рублей всего лишь стоит, и это же прекрасный вариант для постера. Мы с вами постоянно ищем Fix Price подобные мотивы. Уже покупали с красивым пейзажем в прошлой коллекции. Ну и вот здесь есть такие классные варианты. Я советую присмотреться. Всегда сама разглядываю салфетки Fix Price и часто нахожу много интересного. Например, ретро-вариант большой салфетки тоже показывала вам еще в летних покупках. И в отделе с посудой появились вот такие вот ковшики, кастрюльки. Вроде как это все эмалированное, но я не знаю, насколько качественно, если честно, потому что уж очень легкие они по весу. Девчонки, если вы покупали, пожалуйста, поделитесь впечатлением вот в комментариях под видео. Мне просто интересно, я знаю, что на днях должна появиться баночка из этой коллекции, и были у меня мысли о покупке, но вот есть сомнения насчет качества. Каждый раз, когда в кадре нового видео появляется этот джутовый коврик, который лежит у нас в гостиной прямо перед камином, я получаю вопрос на тему, а не сыпется ли этот коврик. Оказывается, именно джутовые ковры имеют такую особенность. Я об этом не знала, когда заказывала его. И, по правде говоря, заказ я делала в январе
прошлого года, точнее, он приехал тогда с французского сайта, но все было нормально, никаких проблем не Затем, было. когда пришла зима, я убрала этот коврик на балкон, застекленный, но не утепленный, то есть там прям прохладно было. И здесь у нас был ворсистый коврик на протяжении всей зимы. Когда пришло лето, я вспомнила и решила его постелить в гостиной. Так вот, после того, как я его принесла уже с лоджии, у нас начались вот такие вот странные высыпание с этого ковра, хотя мы его постоянно и просушивали, и выхлапывали, все равно вот таким вот странным образом джут начал крошиться. Вот так покажу поближе. Вот, поэтому сейчас мне приходится делать уборку гораздо чаще. Ну, а помогать мне сегодня в уборке будет вот такой вот вакуумный беспроводной вертикальный пылесос Derma. Это китайский производитель бытовой техники, который является суббрендом всем известного китайского производителя электроники Xiaomi. Мощность всасывания этого пылесоса 18 килопаскалей. Ну а в подарок идет 3 насадки. И, кстати, вот здесь есть удобный клапан. Вы его открываете, наливаете воду. Таким образом, у вас пылесос превращается одновременно еще и в швабру. Вот здесь кнопка включить-выключить, и все, вы можете одновременно пылесосить и мыть пол. Это очень удобно. Вот так выглядит насадка с обратной стороны. Здесь есть еще дополнительно вот такая вот щетинка, чтобы убирать мелкую пыль и так далее. Ну и вот так вот легко можно поменять салфетку. В комплекте к этому пылесосу идут три насадки, которые помогут, опять же, облегчить уборку. Это вот, знаете, когда нужно, например, мебель пропылесосить и так далее. Я чаще всего подобные насадки использую для уборки в труднодоступных местах, таких как, например, камин или где-то за шкафами, за комодом. На кухне, кстати, довольно часто пригождаются именно вот эти вот насадки. Смотрите, какой качественный ворс здесь. Все насадки буквально по щелчку легко устанавливаются. Пластик достаточно прочный, такой добротный. И вот эта вот вообще универсальная насадка, она полностью прячется в длинной ручке пылесоса. Вот я сейчас протерла сразу пол, то есть я пропылесосила и тут же включила, вот здесь вот как раз кнопочку нажала, и вот салфетка сейчас влажная, то есть я смогу ее абсолютно легко так снять, сполоснуть, просушить и поместить обратно. Этот пылесос очень бюджетный в своем ценовом сегменте, но и особенность его заключается в том, что по сути вы можете сделать полную уборку одним пылесосом, где также встроена еще и швабра. Ну то есть 4 в одном для уборки во всем доме. Вот здесь полное название этой модели пылесоса. Емкость пылесборника 0,4 литра. Максимальная сила всасывания 17 килопаскалей. Этот пылесос с легкостью обеспечит вам 35 минут автономной работы, ну и, конечно, справится с уборкой даже в больших домах. Здесь очень легко открывается нижний клапан, вот так раз, и можно полностью избавиться от содержимого. Ну, а рабочая мощность 180 Вт. Производитель указал гарантийный срок 12 месяцев. Если вы давно искали вертикальный вакуумный пылесос по доступной цене, то этот вариант вам точно понравится. Я оставлю для вас ссылку в описании под этим видео. И если у вас еще остались вопросы, то обязательно проходите и читайте подробную информацию. Ну и, конечно, заказывайте.
Недавно в чате Telegram девочки поделились ссылкой на вот эту дорожку. Говорю недавно, потому что она в буквальном смысле приехала с AliExpress за 8 дней. Это очень быстро. Понравилось то, как она выглядит. Это такой эффект, как будто бы она связана крючком вручную. Но такая красивая, невероятно. Здесь есть кисточки. Ну, это, конечно, тесьма пришитая, но все равно это выглядит очень уютно, как-то атмосферно, интересно. И вот в моем детстве подобными накрывали телевизоры. Может быть, кто-то помнит. В те времена почему-то были актуальны круглые и овальные салфетки. Вязали тогда крючком мастерицы. Ну, вот подобные вещи мало у кого можно было встретить. Тем не менее, это очень красиво. Цвет, как видите, не выбеленный, а такой какой-то молочный. Она выглядит так, словно из бабушкиного сундука, а потому прекрасно впишется в интерьер стиля фармхаус, там, ну вот все в таком духе. Невероятно красиво смотрится, и из-за того, что она компактная, она и по цене недорогая. Поэтому ее лучше всего комбинировать с какой-то другой дорожкой. Сейчас покажу, как это выглядит. Безусловно, можно взять и другого оттенка дорожку, и на столе она будет выглядеть также красиво, эффектно. И вот сейчас, опять же, день солнечный, мне кажется, прям смотрится красиво. Я добавила сюда вот такую наволочку, тоже в молочной цветовой гамме, и мне кажется, они прекрасно перекликаются. Советую однозначно, красиво смотрится, невероятная какая-то вот красота, прям такая из детства. Очень понравилось. Мне нравятся такие вещи и на окне в том числе. Я много раз видела на Wildberries шторы, вот тоже с кисточками, все. Подумываю заказать подобные на AliExpress, там все-таки подешевле. Так что вот такая вот прелесть приехала. Если вы думаете, что на Wildberries я заказываю в основном декор, то это совсем не так. Довольно часто я заказываю для дома разные моющие, для стирки средства. И вот сегодня забрала на пункте выдачи такую вот упаковочку. Это капсула для стирки, экологичные, производство Китай. И представляете, здесь целых 52 капсулы. Но и это еще не все. Это не просто стирка, это еще и ароматерапия, потому что в составе есть кондиционер. Очень интересный дизайн, как будто бы портфельчик защелкивается. А здесь вот такая вот симпатичная капсулка. Вы только посмотрите. Они такие маленькие, аккуратные. И аромат нежный, цветочный. Вот я прямо сейчас уже ощущаю. Обязательно сейчас опробую их, потому что детская одежда требует стирки каждый день. Так что давайте будем тестировать вместе. Начну проверку на детской одежде. Это маечка. Здесь какие-то пятна, не знаю, то ли это жирные пятна, то ли еще что-то. Здесь у нас паста, как всегда. Ну, а здесь просто какой-то бардак. Вот абсолютно разные пятна, и сейчас все это в стирку отправлю. Когда для стирки использую капсулы, то я добавляю их прямо сюда. Ну что, достала вещи из стирки. И ну, я довольна результатом. Первое, что хочу отметить, это приятный нежный аромат. Цветочный, ненавязчивый и едва уловимый, но все же вещи пахнут как чистые. Очень-очень классно. Смотрите, ни одного пятнышка. Так, брючки. Ну, в общем-то, пятнышки удалены. Все нормально. Так что, в принципе, для несложных загрязнений однозначно это очень неплохой вариант. Я не знаю, как он будет справляться со сложными загрязнениями. Ну, вот здесь были пятнышки, не знаю от чего, то ли жирные, то ли что, но на маечке ничего не осталось. Она прям чистенькая. Результаты первого затеста меня порадовали. Я с удовольствием поделюсь с вами ссылкой. Ищите ее в описании под видео. Если вы уже заказывали эти капсулы, то поделитесь, пожалуйста, впечатлением. Ну, а если нет, то советую попробовать. Вариант очень даже интересный.
Как-то на Pinterest я наткнулась на интересную идею декора осеннего. Это тыквы из вот таких вот пробковых подставок. Правда, там за основу были взяты прям круглые подставки. Они тоже в Фикспресс в свое время продавались. И мастер склеила просто три подставки между собой, добавила сверху немного декора. И, в общем-то, это навело меня на мысль, что подставки ведь легко можно и поменять по форме. То есть обычным резаком либо ножом можно вырезать абсолютно любую форму. И, в общем-то, я решила немножко эту идею додумать, так сказать, для себя. Я взяла подставки из Фикспрайс. У меня прямоугольные сейчас. Одну большую вырезала для вот этой вот овальной основы и вторую просто порезала пополам. И сейчас из этих двух половинок я вырежу нужные детали для будущей тыквы. Кстати, переворачивать можно как угодно. Можно вот таким способом, можно наоборот сделать к низу тыкву шире. Здесь все только зависит от вашей фантазии и желания, как вам нравится. Ну а дальше просто на горячий клей приклеиваю все детали между собой. Это позволит, во-первых, закрепить, а во-вторых, создать нужную форму. Как только все приклеится, это уже готовая форма, которую можно декорировать чем угодно. Хотите лентами, хотите сухоцветами, можно просто веточки искусственные, листочки, все, что найдется под рукой. Закрепляю также на горячий клей. Сразу скажу, что хранить, безусловно, удобнее подобный декор, когда здесь не натуральные материалы, а искусственные, потому что натуральные материалы имеют свойство осыпаться, но тем не менее выглядят, конечно, они более реалистично. Длинные ветки можно всегда подровнять ножницами, сделать чуть короче или пышнее и так далее. Ну и вот так вот выглядит первая тыковка, которую я собрала буквально вечером накануне. И здесь, как видите, я использовала сухоцветы гортензии, здесь есть колоски и даже искусственные листочки. Такая тыква делается очень быстро, а поможет вам украсить любое абсолютно пространство, будь то открытая полка, комод, можно даже подвесить на стену, если приклеить небольшую петельку с обратной стороны. Я здесь использовала ее в композиции на комоде в прихожей, мне очень нравится, как сочетаются оттенки все. И вот это вот вторая тыковка, которую уже делала сегодня. Обратите внимание, форма как отличается, это как раз вот о том, что можно вырезать любые детальки. И сейчас покажу, как уже оформила к осеннему сезону прихожую. Здесь есть у нас открытые полки и два комода при входе. В общем-то, я специально пару лет назад декорировала комод, который вы видите возле шкафа, в цвет, все перекрашивала. Был когда-то он рыженький. Если интересно, напишите, я поделюсь ссылкой. У меня есть целое видео на тему переделки этого комодика. Что здесь? Было зеркало. Мы его еще с прошлой квартиры привезли. Я решила, раз уж пока рамы нет у зеркала, надо добавить какую-то гирлянду. Вообще, я вам скажу, гирлянды, свечи, особенно вот свечи на батарейках, эти я покупала, по-моему, пару лет назад в магазине Пятерочка. Можно добавлять в любые композиции, и это вот та самая деталь, которая добавит уюта. Это же такое красивое свечение, особенно когда речь идет о таких вот углубленных полках, встроенных, да, то есть там всегда темно, и чтобы вы туда не поставили, скорее всего, будет наполовину скрыто. А если там есть свеча, то это будет интереснее выглядеть. Как видите, здесь на зеркало я просто подвесила гирлянду, добавила сюда еще электрическую гирлянду, чтобы она подсветку давала нужную. И вот подсвечники из магазина Fix Price, свечи большая часть из магазина Магнит Косметик. На распродаже в прошлом году покупала и с вами делилась. Здесь белые тыковки, это настоящие тыквы Baby Boo с нашей дачи. Ну а весь остальной декор, думаю, многим будет знаком. Началось все с этой вот фоторамки, которую покупала тоже пару лет назад в магазине Fix Price. И вот она задала весь тон, чтобы создать такую композицию в этом году. Желуди мы с вами делали недавно. И я думаю, что зрители моего канала давно привыкли, что в своих роликах я показываю декор постепенно, который затем уже собираю в единую композицию. То есть я не делаю декор ради видео. Я делаю декор для создания вот как раз
такого сезонного варианта оформления и подетально показываю в каждом ролике понемногу, а потом создается вот такая единая картина. Веточки, я думаю, вы узнали, они из магазина Fix Price. Желуди стеклянные делала буквально недавно. Это обычные стеклянные шарики, которые, как и шляпки желудей, я заказывала отдельно на Wildberries. Корзинка тоже с Wildberries, я показывала в покупках в прошлых роликах. Вот этот вот черный питчер я покупала в магазине Цветочный базар 2 года назад. Ежика мы с вами совсем недавно перекрашивали, он был белый гипсовый. Заказывала на Wildberries. Грибочки плетеные мы тоже с вами делали. Деревянные грибочки я покрывала в прошлых роликах маслом Гаппа в оттенке 0015. Всегда заказываю его на Wildberries. Свечи тоже с Wildberries. Все ссылки оставляла под предыдущими видео. Ну, буквально получается весь сентябрь ролики как раз про вот это все наполнение. А сейчас предлагаю вместе прогуляться в магазин Магнит Косметик. Представляете, девчонки в чате Telegram написали мне, что появилась коллекция облепиха. И мне, естественно, захотелось посмотреть, что же там интересного. Оказалось, что есть к чему присмотреться. Мне очень нравится цветное стекло. Керамика здесь в этот раз немножко смешанная. Есть опаловое стекло и так далее. Но вот больше всего, если честно, мне понравились пледы. Очень красивые вот такие покрывала. Приятная такая цветовая гамма. Фисташковый, бежевый цвет. Очень здорово смотрится. И стеклянные вот такие стаканчики. Они, кстати, предназначены для зубных щеток. Но мне кажется, запросто можно поставить на открытые полки. 149 рублей. А туда поместить свечу. И это будет очень красивый стеклянный подсвечник. Смотрите, какие приятные оттенки. Я просто удивилась, насколько красивая коллекция. В такой же стилистике оформлен стеклянный дозатор, правда, верхняя часть у него пластиковая. Такая симпатичная мыльница на ножках за 129 рублей, тоже выполнена из стекла. А вот полотенца меня немножко удивили. Вроде как коллекция облепиха, а они здесь с какими-то розовыми мотивами. Я не поняла. Честно, ожидала какие-нибудь полотенца с вышивкой в виде веточек, облепихи и так далее. Цена 199 рублей за одно полотенце. И есть вот такие банные варианты. Кстати, в магазине Магнит Косметик полотенца очень мягкие и качественные. Мне вот эти очень понравились. Приятный оттенок, такой тыквенный. Советую обратить внимание. И вот эта подушка. Кстати, у нас их почти все раскупили. Осталась только одна на прилавке. Я считаю, что цена вполне адекватная, а подушка выглядит невероятно. Такая мягкая, плюшевая. Еще вот такие пледы понравились. В прошлом году, похоже, я заказывала на Wildberries. Здесь цена поприятнее и размеры, как видите, не маленькие, 150 на 2. То есть это отличный вариант для небольшого диванчика. Симпатичные такие вот комплекты, рукавица и прихватка, это для кухни. Мне кажется, вот прям сильно не хватает полотенец в такой же цветовой гамме, ну или хотя бы с принтами похожими. Здесь есть вот такие салфетки махровые по 79 рублей. Но это, мне кажется, опять же, вариант для ванны. Очень классные салфетки сервировочные. Посмотрите, какая прелесть. По 149 рублей. Мне кажется, такими можно сервировать и прямоугольный, и квадратный стол, неважно. Скатерти. Здесь такой, не знаю, на мой взгляд, немножко странный принт для осени. Хотя, конечно, на любителей есть бирюзовая, есть вот такая бежево-оранжевая. И цена 499 рублей. Размер, опять же, не слишком большой для стандартного стола. И увидела вот такие формы для запекания. Вот это уже красиво. Такую форму можно использовать в качестве декоративной тарелки на открытой полке. Просто поставить ее как фон, будет тоже красиво. Симпатичные такие вот пиала с облепихой. Опять же, если вы помните, вот летом я декорировала открытую полку как раз при помощи разных пиал, тарелок из магазина Fix Price. Посмотрите, как красивая стеклянная пиала. Очень нравится. Стекло такое прям яркое, сочный оттенок. И есть еще в более спокойной цветовой гамме, такое зелено-серое, что ли. Кстати, в этой коллекции еще есть и вот такие декоративные цветы. Я так поняла, это какая-то картонная коробка, в которой вот такие искусственные
веточки. А вот эти вазы очень сильно похожи на те, что продавались в магазине Fix Price. Красивые, очень красивые фужеры из темного стекла, такого градиентного, выглядит невероятно. В сервировке осенней будет просто шикарно смотреться. Советую обязательно прикупить парочку. Ну и, конечно, в этой же коллекции есть тарелки с растительным принтом. Мне понравился сам принт. Немножко не вдохновила цветовая гамма. То есть хотелось бы немножко более такой моховый, наверное, зеленый оттенок. Очень симпатичные соусники. Посмотрите, как красиво они выполнены. Такие прям малыши. И опять же, я всегда присматриваюсь к таким натуральным цветовым сочетаниям. Это будет очень красиво выглядеть. И в сервировках в том числе можно поставить на тарелки где-то сверху в качестве декора даже. И вот, как видите, здесь еще есть тарелки в черно-белой цветовой гамме. Очень симпатичные комплекты. Вот здесь, кстати, с облепихой даже нашелся комплект. И 349 рублей за набор такой пиал. Очень классно смотрится. А вот такие сухоцветы можно использовать не только в композициях, но и в разных подделках. Вот я ранее вам уже как раз показала идею, так что можете применить вариант этот. Красивые кружки, обожаю вазы из темного стекла. Все это невероятно добавляет глубины любой композиции. Надеюсь, сегодняшнее видео понравилось. Если так, не забудьте поддержать его пальчиком вверх. Спасибо!